И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Матохин. Сегодня у нас новый видеоролик на нашем замечательном канале. 24-й год на дворе, вот, новые ролики, так сказать, все с чистого листа, с нового года. Вот, всех с новым годом, желаю вам счастья, здоровья, любви и всего лучшего вам. Вот, сегодня мы прокатимся. Вот, на троллейбусе по карте, я забыл, как она снова называется. Секундочка. Задонатьте денег на деменцию. На Беркутова. Вот, сказали, что пофиксили. И я уже заметил, вот у нас тут появились опоры. А значит, что? Значит, менялась контактная сеть. Вот, мы немножечко так подлетим. И теперь тут есть развороты. Вот, что я в прошлый раз просил, вот, чтобы были развороты. Прокатимся по первому маршруту сегодня, так, маршрут-то сразу надо выставить. Вот, покатаем сегодня на БКМ 333, ни разу в жизни таких не видел. Вот, тут немного подделали стрелочки, чтобы можно было разворачиваться, но маршруты такие же запутанные и немного непонятные. Заметил вот тут вот такой, знаете, резкий поворот. Я не знаю, как троллейбус отреагирует на такой поворот, но мне кажется, его рот просто порвет. Вот, не знаю, в чем я говорю, как идиот. Вот, но посмотрим, сегодня прокатимся, посмотрим, устранены ли баги, которые были в прошлый раз. Вот, ну, вот этот вот разворот, он устранен, и немного стало по-другому все выглядеть, в плане того, что, ну, указатели маршрута, их тоже пофиксили. Вот, и это кайф. Вот. Давайте закроем водительскую дверь. Закрой ты нахуй уже эту срань. Вот. И можно выдвигаться потихонечку. Вот. Сегодня вот на такой большой колбасе покатаемся с вами. Посмотрим вообще, что к чему. Как вы справили Новый год? Напишите в комментариях, не уснул ли кто в салате. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Непривычно на такой колбаске. Ну, да ладно. Так, тут мы поворачиваем налево. Так. Будем вообще смотреть, чё к чему. Чё и почему. Вот. Да. Вот, я вот отметил Новый год просто прекрасно. Во, проехал. Не забыл. Блядь, вот это сложность от третьего лица, конечно. На колбасе ехать. Так, посмотрим вообще, сколько к нам сегодня народу сядет. Вот. Проедемся вот по улице Московской. Сугробы на остановках. Это прикольно. Прикольно. Вот. 6 человек село. Быстро двери как закрываются, шустро. Знаете, так можно и убить кого-нибудь. Человечек у нас заспавнился не вовремя. Уже отъезжаем, а он только заспавнился. Но ничего страшного. Аптека, галактика, здоровье. Вот, да. Жду обновления на новых картах, когда добавят контактную сеть. Там есть одна карта, знаете, уже на примете. У многих. Вот. Чтобы снять эту карту. Вот, но на нее почему-то до сих пор не могут добавить контажку. Я, вот знаете, честно. Сейчас только сам на свой ум выдумываю, как мы поедем дальше. Мы можем на этой развилке повернуть налево, либо направо. Но мы, как умные люди, да, сейчас поедем, как сказать, направо, проедем по правой стороне, и потом поедем налево, чтобы уехать, короче, обратно к этому, как вам сказать-то, оттуда, куда мы начинали, я проехал не туда. Ети же, колоти же. Вот это лыжи. Мама, почем лыжи брала? Блин, я забыл, что вот с этой скоростью все... Ну, тяжко. Вот, серьезно. Я уже все. Деменция. Как говорю, уже скидываемся мне на лечение деменции.
Так, аккуратненько, чтобы не слететь снова. Вот, пофиксил я баг, о, не баг, а, так сказать, фичу с чатом, чтобы, вот это нас шатает, тут какая-то кочка, чтобы не было всякого каула в чате. Так, полицейский участок, у нас стоит бобик какой-то квадратный. Вот, бобик, шарик. Кто-то поставил столб на дороге. Желаю оторвать руки тому, кто реконструировал город какому-нибудь, как сказать, у нас есть же там депутаты в Госдуме, вот, архитекторы и все такое. Так, ну я надеюсь, я правильно вообще еду. То скажешь, то, что я какой-то этот... Я не знаю, реально нужна этот... Как сказать? Нужна карта, чтобы правильно показывалось, как куда ехать. Так, городская больница. Но мы приехали, короче, конечка. Конечный, но у нас кольцевой вообще считается. И она, как я понимаю, не считается конечной. А, нет, она считается конечной. Все, окей. Тогда, получается, я понял, как мы должны ехать. Но это уже совсем другая история. Я сначала думал, почему городская больница, а потом увидел вот больницу. Теперь мы поворачиваем направо. Мы должны были сначала налево поехать, проехать два раза по этому, типа по Московской улице. Вот, а потом уже только ехать в сторону больницы. Ну ничего страшного, бывает. Проедемся еще раз, так сказать. Ничего нам это сделать не мешает. Блин, тяжело им управлять от третьего лица, но это хардкор. Ладно, 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 разогнался. Этих пешеходных переходов нету. Хочу заметить. Можно согрешить на то, что дорога заснежена, но все-таки. Вот. И знаете, она как-то, ну, карта выглядит так тяжело, грустно и печально. Не знаю, трафик есть или нет, я не проверял. Вот. Но надеюсь, что он тут присутствует. Потом, что я еще хотел сказать, это активация Windows. Вот. Активация Windows у меня висит. Вот. Не стоит заострять на этом акцент. Это специально я байчу вас. Вот, что вы писали комментарии насчет этого. Вот, а на самом деле мне просто впадло его активировать. Вот. Как-нибудь активирую в будущем, но не сейчас. Вот камера, конечно, здесь. Мама, не горюй. Но на нем очень тяжеловато поворачивать. Реально, это такая колбаса, ёбаный рот. Еба, вот тут вот стрелочка опасная, вот на нем ехать. Бля, вот вы посмотрите, это максимальный выворот, что я делаю. Бля. Конечно, я рисково сейчас рискую не доехать, но нет, доехал. Блин, очень, знаете, такой сложный маршрут, запутанный. Так, а насчет вот шестого маршрута я так и не понял. Вот, как она вообще ездится, чё почём. Я вроде один раз понял, а потом я уже забыл. Опять красный, ну что ж такое. Светофорчики, конечно, бы обновить до новых с, как сказать, со временем. Вот, до красивеньких таких. Вот эти старенькие, они реально старят город еще сильнее, чем он есть. Не знаю, может, в жизни он есть такой. Вот, а куда мы едем-то? Куда мы едем-то? Куда мы едем? Тут горка, походу, и нас низко толкает.
Вот. Не знаю, знаете, не хватает вот чего-то такого. Оно все какое-то унылое, грустное. Так новогоднего настроения нет, оно еще все такое унылое и грустное. И плакать хочется. И какать хочется тоже. Но меня заставляют, короче, заезжать вот где троллейбусы стоят. Но, блин, мне кажется, это не обязательно туда ездить, потому что там нет никакой ни конечной, ничего. Вот, и проще поехать по левой стороне, чтобы развернуться и опять поехать по московской. Да. Но я считаю, это будет правильнее. Потому что смысл мне ехать туда, если там нет никаких остановок. Так что мы как слишком умные. Вот. Сделаем так, как я сказал. Ну, потому что посудите сами, это правильно. Это правильно и так должно быть. Потому что смысл мне туда заезжать, чтобы просто развернуться, хотя я тут могу повернуть. Какой толк тогда от этого? Блин, очень большая колбаска. Баварская. Насчет еще хотел вот поговорить, насчет того, что, знаете, для меня... я немного удивлен, что я когда-то хоть раз в жизни повлиял на что-то, типа на развитие этой карты. Вот, и надеюсь, что дальше эта карта будет только развиваться в лучшую сторону. Вот, эта карта будет нравиться всем и вся, потому что, ну да, она есть, в ней русская атмосфера, это русская карта. Вот, но здесь такая атмосфера, такая, знаете, как сказать, пресная, она такая, знаете, напряженная, она такая вот дает какой-то, знаете, свой негатив. Вот, из-за того, что она все такое, блин, тусклое. Вот. Я не хочу докапываться из-за того, что все тускло, но, блин, это так. Взять тот же Озерск, Пензенск, там яркие цвета, и типа, блин, так и охота есть. Да, взять тот же Сурск, который в зиме. Вот. Там это, знаете, все такое. Приятное, такое, знаете, ну, манит. Вот. А здесь оно такое все какое-то напряженное. Да. Ну, вроде бы вот сейчас я правильно еду. Исправляемся, так сказать. Сам главное, тут опять на стрелке не проворонится. О, теперь правильно. Аккуратнее, аккуратнее. Я, знаете, как будто играю в какую-то игру от вида сверху. Вот. Максимум, зачем я считаю, что надо заезжать... Что происходит? Надо заезжать в вот эту вот зону, где я спавнился. Это для того, чтобы, когда маршрут закончил, чтобы ты в отстойку какую-нибудь заезжал. Вот. Или что-то типа того. Не более. Типа она за место депо, как я понимаю, работает. Там же депо на карте нету. Вот. Хотя место вообще под депо у нас есть. Ну, как бы там поле есть, там в деревне. Можно было бы уже немного от себя поиграть. Ну, не знаю. Может, в будущем это все будет. Фиг его знает. Но было бы прикольно. Так, я чувствую, троллейбус скатывается. Или мне не... Или мне не кажется, что он скатывается. Он реально скатывается. Вот, а теперь не скатывается. Так, тут аккуратнее. Тут у нас, как бы сказать, стрелочка. Вот, теперь я проехал по маршруту правильно, и можно ехать на отстойку. Вот, сейчас мы здесь людей высадим. Потому что здесь у нас конечка. Тут у нас люди все выходят. Блять, я на изоляторе встал. Это максимальный фейл. Я знаю, как его пофиксить. А чё это мы не катимся?
Обычно он катится. Давайте его подтолкнем. Так, ладно. Я не знаю, что-то я в последнее время фейлить стал. С этим всем. Ну, ничего страшного. Всеми, со всеми бывает. Так, тут у нас стрелки, но нам надо прямо. Чуваку вообще все равно, он на троллейбусе с гармошкой херачит, как бешеный. Херася, тут повороты какие-то. А, я понял, почему нам штанг иногда не хватает. У нас же они... У них длина меньше, чем на обычном троллике, как я помню. Вроде бы. Если я ошибаюсь, конечно, напишите в комментариях. Но вроде как не ошибаюсь. Вроде как правильно я сказал. Что типа они короче, чем обычные штанги. Но это не точно. Вот я не знаю, как на гармошке здесь разворачиваться. Давайте попробуем, конечно. Это будет, как сказать, этот... Ага, мы уже не въезжаем. Понял. Так. Нам придется задку сдавать. Так. Где у нас здесь? Я забыл. Гидроусилитель. Реверс назад. Так, мне надо альт, альт, альт. Так, задний ход. Так, аккуратнее, то можем слететь спокойно прям. Тут как нефиг делать слететь. Оп, на изоляторе встал. Короче, тут... Я зафейлился. Надо было делать резко и правильно. Но я аутсайд. И я еще не так развит. Вот. Ладно. Потом его переставлю. Вот. Вот такой маршрут у нас получился. Запутанный. Не знаю, немного неуместный. Вот. Непонятный. Вот шоколадный. Еще и круг неправильно проехали. В общем, всем спасибо за просмотр, не ставьте дизлайк вот за то, что сейчас было, вот, за то, что я фейлился много раз, как всегда, вот, спасибо всем за внимание, вот, всем удачи, всем до скорого и пока-пока.